Ладно, теперь приятно. Когда я увидел Чернобаева, розовые венгерки, помните, я возмущался, уволюсь, он испортил мои венгерки, синие, привил на оранжевый этот, абрикос, на бай привил, на бай. Он, бай один из первых появился в наших краях. Я тут ни при чем, я не виноват. Его Левицкий здесь районировал. Районировал громкое слово. Ученые скажут, вы что, Железов, Левицкий, вы чем мелите? Какой районировал? Пока не прошло через госсортоиспытательные участки, никакой районирования речи быть не может. А у нас 1000 садов, без всякого районирования. Вот. А это доказательство того, что это, что мы не зря светимся вот тут, в данный момент. И вот получается, что Чернобаев привил сливу на бай, они стали. Железов сказал, ладно, увольняться пока подожду. Вот. И тоже привил. Но это первое, это, сделал десяток прививок на абрикосы венгерки. И теперь жду результата. Вот у меня первые плодики, вот они, в нескольких местах. Ну что, ждем? А я говорю, Леонид Дмитриевич, ты ничего не напутал? Ты где взял черенки у тебя? У меня нет розовых венгерок. Ты сказал, что это самое. Ты сказал, что это. Ой, свои любимые сорта забываю. Украинские. Ты сказал, что это сорочинская. Но она синяя. Ты сказал сорочинская. Я говорю, ты говори, где взял, у тебя. Но это еще не документ, не факт. Подумаешь, там два дерева ломилось красивыми плодами, розовыми. А я говорю, нет у меня розовых. Теперь я вдогонку за Чернобаевым. Помните, как это стихотворение было? Задрав штаны, бежать за комсомолом. Было такое стихотворение. Вот я за Чернобаевым, задрав штаны, бегу. Вот, пожалуйста, испорченная венгерка.